Участие в запуске эстакады принял глава региона Вениамин Кондратьев. Новая дорожная развязка позволит покончить с пробками на этом участке трассы. В летний сезон очередь из машин здесь растягивалась на несколько километров, и стоять отдыхающим приходилось не один час. Как отметил губернатор, эта дорога важна в первую очередь для туристов. Знаковое событие, потому что это дорога и для жизни, и для отдыха. С точки зрения жизни, безусловно, теперь грузовой транспорт сможет спокойно, беспрепятственно двигаться во всех трех направлениях. Ну а жители нашего края, которые хотят отдохнуть, и всей страны, могут комфортно добираться до, как я уже сказал, наших курортов, до нашего Черноморского побережья. Протяженность дороги составляет 11 километров. Машины смогут ехать по нескольким направлениям. Первый уровень позволит туристам отправиться из Краснодара в Новороссийск и из Новороссийска в Сочи. Второй – из Краснодара в Сочи и обратно. Третий – из Сочи в Новороссийск.